А, вы видите, даже когда я тут стою, фонарики, да, видите? Тень. О, мы тень видим, да-да-да. Ах, вы жопы, ля какие крысы. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dungeon Cherry, Черный Гад, Секрет, Чехов, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на новой карте FNAF 3, это двухэтажная пиццерия с лифтом. И сипечку жди, приятного аппетита. Классная карта, очень крутая. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся поднять вам настроение и тем самым продлеваем людям жизнь. Так, сейчас будем до охранников уже идти. О, я могу классные песни петь. Макарена танцует. Воу, круто, сейчас к пацанам приду, станцуем. Поехали. Здесь... Пацаны, давайте я буду вентилятор проверять, а буду дверь. Да-да-да, ребята, давайте, сконцентрируйтесь. Ну как вам поза, в которой я встал? Шикарно. Светим. Что? Давайте станцую. Ты чё, меня решил убить? Ага. Я не убиваю их. Слышь, я только танцую, как идиот. Я неубиваемый. Что? У меня аниматроник конченый. Ты смотри, у меня мочит и мочит. Сейчас братуху позову, подожди. Это тоже гармошечник ни о чем. Слышишь, я должен тебя пугать, а не ты меня. Ты чё, офигел, что ли? Ребят, у нас, по сути, энергия кончается, поэтому... Ну, по сути, должна кончаться, поэтому давайте будем открывать... Да-да-да, энергия кончится когда-то у вас. Я вам удалю двери. Камера, смотрите. Я вижу Димаса в кепке. А где у вас там камеры есть? Да, мы видим тебя. Пошли, пошли потихонечку. Я, кстати, я могу жизни вроде бы тратить даже за кексик. Эй, кексик вонючий, проскакивай. Не закрывай дверь, когда его нет. Карта классная, очень люблю эту карту. Есть! У меня 3 хп осталось! Димас, иди сюда. Охота за аниматроник. Давай, давай, мочи! Эй, ногой убил кекса! Сейчас, сейчас, у меня есть это друзья злые очень. Вам придется сейчас следить в офисе, потому что я сейчас вас всех загоню туда. Так, так, так. Страшно. Вот. Так, идет кабака злая. Отлично, в офисе сидеть надо, нельзя выходить просто так. Слышите, какой на улице очень крутой гром? Крыса. Ля какой крыса. Ля ты крыса, а? Закройте. Блин, успели, успели. Еще б чуть-чуть. Еще б чуть-чуть. Светим, светим фонариком у него. Ухожу. Что, прям глаза мне новые светите? Поломайте глаза. Так, сейчас другой придет аниматроник. Ты что тут ходишь? Закрой. Блин, да я не успел попасть, хочу вперед нажимать. Он тут. А, вы видите, даже когда я тут стою, фонарики, да, видите? Тень. О, мы тень видим, да-да-да. Ах, вы жопы, ля какие крысы. Я тут отключаю за дверь, это главное. Привет. Вы когда друг друга застрете, надо пробел и контрол нажимать. Пробел и контрол, и вы выходите. На! Черный гад этот, в него вселился какой-то коронавирус и убил всех. Есть у меня маленький чилипизер, который вам даст просраться. Черный гад. Я слышу какой-то пердеж постоянный.
Это чё, вы? Да. Я иду, я иду. Эх, хочу заб... Воу, а где это я? Ого, куда ты забрел? Непонятно, куда, наверное. Ты пехнулся в край карты. Уходим, 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 уходим сразу. Так, давайте будем брать, который реально классную анимацию издает. Я его видел, он мне первый превратился, он вот тут. Сейчас. Я его видел. О. Приближаемся, потихонечку идем, не спеша. Фредди у нас сегодня очень добрый. А как вы камеру кладете? На красную. Камеру поближе. Представь, что у меня маска. Мне... Сейчас я очищу карту, чтобы у вас двери появились там. Во, вот так вот. Воу, карта вообще очень антуражная. У меня маска надета. Карта. Во. Потихонечку иду. Это охранник, а не этот. Фредди охранник, который проверяет, делает обход каждый час по пиццерии. Очень медленно, но все проверяет. Если сейчас какой-то шум будет, он убьет всех. У меня маска есть. Да, если маски нет, убиваю. Да, у тебя маска была? Извини, извини, я ухожу. Все, ухожу. Уезжаем на лифте. Прощайте, пацаны. Так, значит, надо мне какого-то взять аниматроника, который не бьет на расстоянии. А они все прикольные, эти бьют на расстоянии, может у них анимации крутые. Нет, эти всех убивают. Блин, у меня все черное сверкает. Ой, что со мной? Поломился что ли? У меня все поломалось нафиг. У меня после твоего скримера все еще эти черные белые штуки. Пусть работа зайдет. Эй, у меня батарейка села. Эй, а чё я встаю, когда по мне стреляют? Ты чё делаешь? Все, это был последний. Теперь я беру, который бьют только в притирку. Но для этого надо одевать маски. Если нет маски, я буду убивать. У меня такая нога какая-то, как будто лишняя. Маски одеты. Dungeon Cherry, без маски. Маска? Не вижу маску. А у меня... Петерогаз. Где маска? Вода. Нет, это не маска, должна быть маска Фредди. Нет маски Фредди, все, значит вы чужие. Подождите, у меня есть какая-то еще другая анимация? Эй, нема никакой другой анимации. Опа, свой, 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 вижу. Это мой кентафурик ходит. Здесь. Пикачу. Без маски. Мог бы закрыть дверь, я бы не зашел. У вас дверь открыта постоянно, поэтому я вас буду убивать ходить. Каждый... Мы не можем. Каждую пару минут буду подходить и замочить. Ой, давайте тут пока... Кейк 2 фаунд. А что это я нажал? Вау, это круто. Что-то новенькое открылось. Так, ты смотри, он преследует меня постоянно. Нельзя меня преследовать, только я всех преследую. Так, давайте сейчас по красоте придем. Слышу, едет лифт. Все четенько у нас. Так, поднимаемся. Первый раз мы играем на двухэтажной пиццерии. Никогда такого еще не было. Это что-то новенькое. А, вижу маску, вижу, вижу, вижу. Теперь я вижу. Dungeon Cherry, не вижу маску. Ты не знаешь, где она находится? Будешь умирать. Ну ладно. А ты не знаешь, где она? Нет. Она находится оружие Five Nights at Freddy's 2. Я тебе просто показываю, подсказываю. Кто не знает, ребята, смотрите. Благодарю. Нашел? Молодец. Потому что я опять иду. Это ж обход каждые 5 минут. А, нету маски. Есть маска. Нету маски. Эй, стой, так ты жопа, иди сюда. Эй, ты где? Кстати, давайте так, чтобы было веселье, можете использовать оружие против меня, давайте. Чтобы я тоже боялся. Сейчас я на первый этаж полечу, потому что вы меня сейчас убьете сразу. Да, вы друг друга мочите. О, давайте сделаем прикольный хоррор. Спускайтесь вниз и замочите меня. У вас миссия, короче, поломался аниматроник, надо спуститься и починить его. А я буду вас ждать.
Так, ждем. О, я буду... Хорошая нычка, кстати, буду сидеть. А мы над лифтом, мы... А вы не в лифт засели, вы сели, да. Этот, на лифт. Да. Давайте режим полета вам включу. Куда лифт попал? Не знаю. Так, 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 чуть не спалился. Вижу, кто-то с РПГшкой ходит. Так. Вижу, 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 кто-то ходит с РПГ. О, бригада, бригада пришла, ух. Ходит, ходит, внимательно. Это секрет. Это секрет. Данжен Черри вижу. На, что ж ты своего убиваешь? Не можете меня найти, да? Так, пошел, пошел, пошел. Сюда пошел. Ну чё, не находите меня? Ого, это что, вывалились трупы, что ли? Так, не так, страшно. Так. Я сейчас буду немножечко вас обманывать. Он у меня... Ах ты жопа, увидел меня! Тихо-тихо, пули рядом свистят, но не попадает. Это было глупо против аниматроника так выйти. Аниматроники и охранники, знаете, как оно? Ты чё возрождаешься тут? На этом же месте, что ли, не? Нет, валяется. Эй, ты чё возрождаешься? Ты бессмертный, что ли? На том же месте. Вижу, 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 пробежал мимо. Убил, 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 отлично. Прикольная карта, теперь будет у нас своя сюжетка. Где надо будет спускаться на первый этаж и чинить что-то. Ты чё делаешь? Ты умный человек, я тебе сразу говорю. Так. Обработка. Иди. Поставь что-нибудь. Сюда пройдем. Давайте возьмем аниматроника большого, чтобы их потроллить. Пилпак. Ого, кабан какой большой. Просто гигантский какой-то. Вы где? Вот я. Ого, ты что решил с пулеметом меня загашивать? О, пацаны, вызовите лифт. Раздавит меня лифтом или нет? Нету. Давайте. Где лифт? Вы его что, удалили? Да. Стойте. Вызывай. Лифт едет, лифт едет. Эй, на бошку что? Эй, лифт едь дальше. Лифт уперся и не хочет больше ехать. О, привет. Я поехал вверх, пацаны, прощайте. Лифт едь. Фух. Отлично. Эй, отвали, ты че ко мне пристал? Нельзя меня убивать, ты че, псих что ли? О, прикольно сделано здесь. Кстати, вот, да, камеры смотреть. Или это не камеры? А че тут карты кнопки загорают? Это свет включать? Ты что делаешь, а? И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, с партнером в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!